Друзья, всем привет! Хочется сегодня опять поговорить о зацепе снаружи, потому что прием хороший. Он хорош как для отдельный прием, так и для подготовки других приемов или от других приемов после них делаем зацеп. То есть такое как связующее звено очень хорошее, и причем там мало рисков, когда выполняете этот прием. Что такое зацеп снаружи? Это правой ногой я захватываю ногу соперника разноименной, то есть то, что напротив, снаружи, стопой. Зацеп — это значит, я сделал крючочек, да, и этот крючочек я потом использую для того, чтобы уронить. Но начнем с того, как этот прием изучать. Дальше просто так, наверное, нет, получается, вот. Просто. Смотрите, для того, чтобы сделать этот прием, я должен что, партнера натянуть, он не хочет уйти вперед, он что, приседает, ниже этого, ниже, вот, и таз он как бы назад убирает. Моя задача его тянуть таким образом, чтобы он, таз уходил назад, потом будет резкое отрывание, и он падает. Вот этот бросок надо делать в тот момент, когда он приседает вниз, да, оттягивает, не дает мне сделать туда бросок и падает. Потому что если он стоит на всей стопе, а я цепляю ногой его ногу, он устойчиво стоит. Когда он стоит на пятке, в этом положении я могу его быстрее уронить. То есть нога его не будет загружена. Итак, как нарабатывать? Берем любой захват, с которым вы работаете. Классический. Односторонний, вот такой косой можно взять, можно косым работать, можно за пояс взять, там можно за два рукава взять, любые. Какие вы делаете? Мы покажем из классического. Взяли, да, это может работать как право, налево, то есть он левый стоит, я правый. Так и работаем вправо, направо, но для этого я его должен буду поставить в левостороннюю стойку на долю секунды. Подтащил и поставил сюда. То есть работаем в том положении, когда я его ногу, которую атакую, приблизил к себе. То есть если я побегу кругом, он, наверное, ногу берет, а я сейчас заставляю шагнуть, да, и загрузить. В этом положении у меня есть шанс эту ногу достать. Дальше. Как происходит зацеп? Я должен выйти максимально близко к его ногам на одну линию с ним. Если я издалека тащу, вот тянусь, зацепа не получится, потому что я не контролирую. Если я близко подошел совсем, мне неудобно делать зацеп. Поэтому делаем таким образом. Поставили его сюда, подпрыгнули и зацепились ногой, колено вниз. Колено смотрит вот не вверх куда-то, а колено смотрит вниз. Берем таким образом стопу, чтобы она была вот так крючком зацепил. Если я за икру держу, он ногу уберет. Да? Если я зацепил вот таким образом, то я ногу закрепил. Когда я зацепил ногу, немножко отдавливаю колено, чтобы нога была зафиксирована. Чуть-чуть. И вот сейчас мне уже легче сделать зацеп. За счет чего делать зацеп? За счет того, что я зацепился ногой, у меня хорошее устойчивое положение на опорной ноге, я его опору за счет зацепа убираю вперед, и при помощи загрузки роняю на спину, ну то есть на то место, где была нога, я примерно сюда и гружу. То есть поймал на одной линии отсюда. Если у него нога слишком загружена, то отталкиваем, разгружаем, поднимаем ногу, к себе прижимаем и на опорной ноге разворачиваемся на него. Зацепился, вот сюда оттолкнул, пошла опора и сделал бросочек с контролем. Важные моменты. Атакуем ближнюю ногу, становимся на одну линию, вот сюда. Да, как можно заходить? Можно заходить прыжком,
можно заходить вот таким зашагиванием, если позволяет возможность. И можно заходить вот таким, как бы ползущее такое. То есть прилепился и таким образом заполз. Опорную ногу подтягиваю, подтягиваю в правильное положение. Итак, шагнул, загрузил. Эта рука тоже не просто болтается. Эту руку вот сюда подгружаю. Потому что если я руку не буду держать, он руку вырывает, мне эту ногу не будет возможности удержать загруженной. Поэтому его плечики мы связываем. Пришел вот сюда, зацепил к себе и роняем. Что может быть в процессе исполнения этого зацепа? У соперника очень хорошее устойчивое положение будет на той ноге, или я не доработал с загрузкой. Поэтому зацеп не просто, что я как бы раз, он ногу убирает, перебирает и ушел, не получилось. Во-первых, зацепляем, да, прижимаемся. Он поднимает, и мы поднимаем вместе с ним ногу. Не останавливаться вот здесь, он убирает ногу. Раз, все, проиграл. Раз, начинаю работать, он поднимает, я поднимаю вместе с ним. Итак, основные моменты, его загрузить. Да, атакуем на ближнюю ногу, разъединенную, обязательно загрузить, выйти на один уровень, прижать, оттолкнуть, отработать. Да. Если я его не загрузил на пятку, причем грузим его на пятку, то есть грузим вот сюда, грузим. Здесь он не очень устойчиво будет стоять. Если загрузил его всем весом вот сюда, то мне эту ногу просто-напросто даже и не выдернуть будет, и оттолкнуть. Если мы загружаем чуть-чуть за пяточку вот сюда, то мне его сломать очень удобно. Вот на этом пока все. Спасибо. В следующей ролике будут о том, как эту подсечку использовать, зацеп использовать в связке с другими приемами. Пока.